Давайте начнем вот с этого автомобиля. Вот этот вот вам гораздо больше знаком, чем любой другой. Это Outlander, который вы увидите, скорее всего, у нас в России. Обновления, которые произошли с Outlander. Я, честно говоря, даже не ожидал, что такое можно здесь будет увидеть. А что это решили вдруг Outlander обновить? Слушай, ну мы его 2 года не обновляли. Мы же его запустили в 2015 году, в апреле. Ну, так это что же, считай, был рестайлинг какой-то. Был рестайлинг, ну, надо же немножечко подретушировать. Понятно. Освежить модель. Я просто не ожидал даже, что такое может произойти еще с Outlander. Ну, ты заметил, да, все изменения? Они все, в общем-то, сосредоточены вот как спереди. Раз здесь. Новая оптика, она теперь LED-шная, ага. И ближний и дальний свет. Диодная лента она была, новая решетка, новый бампер, новые колесные диски, новый спойлер сзади. Внутри из нового это новые сиденья, передние и задние. Там совсем подушка другая, спинка, профиль другой. Сейчас посидим. Передние и задние. А для задних пассажиров теперь дефлекторы выведены из подлокотника, из центрального, и USB добавили. И туда, и спереди его вывели на переднюю консоль. Раньше он был в подлокотнике, было крайне неудобно. Мультимедиа-система, что, та же? Ну, та же, которая Android Auto. По технике, в принципе, изменений никаких нет. Это чисто вот такой ретушь. В общем, вот такие дела, друзья. И что самое интересное, уже, возможно, осенью или в этом году в России. А это значит, то, что вы просили меня его протестировать, возможно, даже сбудется, как говорится. Пойдемте посмотрим в салоне, потому что в салоне гораздо меньше изменений, и говорят, что нужно сидеть, потому что новые сиденья. Но самое главное, жидкость вот эта вот вся осталась, как вы помните. Пороги мне тоже не нравятся, то, что вот так вот они. О, проводка. Ну, в общем, чуть-чуть вроде прикоснулся, и все что-то отщелкнулось, отвалилось. Ну, она, конечно, сидит на месте, никуда не девается, но давайте-ка я сяду в эти новые сиденья. Ну, прям я бы не сказал, что прям они новые-новые, но мне кажется, очень похоже на то, что было раньше. Может быть, побольше боковой поддержки стало. А вот это вот также блестело, интересно. Ну, конечно же, high and low, кнопульки. То есть тут сильно-то прям ничего такого кардинального не произошло. Android Auto по-прежнему также стар и убог. Тоже ничего не придумали нового здесь. Ладно, в общем, внутри изменений не так много. Лучше смотреть снаружи. Вот в таком стиле. Какой-то 35-й рестайлинг у Mitsubishi произошел. Но еще круче стало. Посмотрите, LED-фары. Ну и какой-то стиль такой. Он уже косит на самом деле под плагин гибрид. То есть сейчас технологии наступают и его заставляют, в принципе, под это все косить. Нет, слушайте, ну как бы неожиданность 25 уровня называется. Как же так, откуда же? Вот митсубисовские кнопки. Это очень смешно после... О, посмотрите, вот это было. Это было, по-моему. Короче, просто там помятая фольга в фонарях. Такие дела. Но самое главное, что здесь появился новый спойлер. Вот что. Из рестайлинга тут только это. И больше ничего. И диски новые тоже, на которые нужно обратить внимание. Все остальное старое. Форма хорошо знакома. Сейчас вот капот даже откроют, и там окажется 2,4 литра двигатель, 100%. Оп, и закрыли. Да, ничего не изменилось. Все то же самое. Чувак просто пришел и проверил, как открывается капот. Все по-прежнему. Закрыл, пошел дальше. Давайте мы пойдем дальше, потому что хочется посмотреть больше на плагин гибрид. Мне кажется, в нем изменений и то больше, по крайней мере. Хотя нет. Что-то нет, но там такой джойстик прикольный. Вот, видите, они в одной стилистике абсолютно. То есть там, если серебристый, то здесь, конечно, черный хром какой-то такой, более темный перед. Агрессив. Агрессив стайл какой-то стал. Ну, понимаете, что, никуда не делся, конечно же, X. Даже с учетом того, что на Ладе он появился, и все как-то... Теперь относится к Mitsubishi так, что типа скопировали, но видите, никуда с рестайлингом его не дели. Значит, это фирменная черта. Куда же ее девать-то? Нет.
В общем, ждем в России. Даже по тестам, я думаю, что изменилось ли что-то. Да ничего не изменилось. На самом деле, даже тестировать, в принципе, посравниваем с кем-нибудь. Чтобы не заставился, видимо, обновления такие. А еще, кстати, вот можно посмотреть, больше даже интересно, что внутри Mitsubishi Outlander, который Electric Vehicle. У него, конечно же, генератор 2,4 литра. И вот так вот все. Мотор, передний мотор, задний мотор. Прям клево. Мотор-генератор. Задний электромотор, он все четко. На заднюю ось. Ну, блин, ну это вот на самом деле будущая система полного привода. Как хочешь, реализуй. Хочешь по пол мотора, хочешь по мотору на каждое колесо уже практически. Ну, у нас-то для России, понятное дело, что нет. У нас скорее будут покупать обычные Outlander, чем все эти. Вот он, будущий Evolution, понимаете? Никаких больше седанов. И только кроссоверы, только полный привод, только крутость.